канадской провинции Новая Шотландия в городе Галифаксе полиция задержала троих злоумышленников, которые планировали в день Святого Валентина открыть беспорядочную стрельбу по мирным гражданам. Арестовали заговорщиков в районе местного аэропорта. По информации полиции, задержаны 23-летняя женщина, а также двое мужчин в возрасте 17 и 20 лет. Четвертый подозреваемый, 19-летний молодой человек, покончил с собой в собственном доме, когда полиция решила его навестить. На брифинге для журналистов шеф полиции Новой Шотландии Брайан Бреннан заявил, что заговорщики – это группа лиц, имевших определенные убеждения и готовых совершить акты насилия против граждан. Однако ничто в этом деле не позволяет характеризовать их замысел как теракт. Шеф полиции добавил, что подозреваемые были одержимы идеей убийства и смерти и имели множество фотографий массовых убийств.